Сегодня на переправе через Северную Двину произошло происшествие. Многотонная фура, заезжая на паром, продавила причал. Большегруз снесло с плит, и он застрял в песке. Заезжал на Боржую, получается, плиты. Вначале надо пошире положить, плит не хватает, пару штук. Телега не зашла на плиты, и пришлось остановиться, потому что чуть не перевернулся. Часа два домкратил и выехали. Приезжала пожарка, хотела вытащить. Ну, там назад бесполезно было. Так что своими силами обошлись. Автомобиль спустя несколько часов удалось вызволить. Тем не менее, работа причала на время была приостановлена. Из-за этого были прекращены перевозки на заречную сторону других большегрузов. На берегах Северной Двины в районе переправы скопилось большое количество автотранспорта. Некоторые автомобили ожидали возможности переезда на противоположный берег с раннего утра. 2,5 часа стою, сижу, жду, когда перевезут. От того, что съезда никакого, ни одного причала нету. Один причал на весь Устюг. Так это что, работа что ли какая-то получается или что? Посмотрите, сколько машин. До 100 машин собирается. Нету подъездов, ни одного нету подъездов. Не знаем, как, куда подходить. Я уже, когда я подъезжаю, я уже в рацию спрашиваю у капитана за 5 километров. Куда мне, чего, да зачем? Он говорит, пока, говорит, не знаю. Как лучше, говорит, пока сюда сам не подъедешь. Где вот сейчас застряла вот эта машина большая? И там вот плиты поставлены, и видно, что уже кто-то там уже было провалился, и я вот дном зацепила, как бы там уже колеи вот эти были. Я вот так по плитам только-только проехала, там вот уже кто-то было провалился, и я не знаю, там сейчас он, как там уже очень, конечно, там плохая была дорога. На данный момент затруднений в паромном сообщении с заречной стороной нет. В ближайшее время подрядчики обследуют разбитый участок дороги. Потребуется восстановить продавленные плиты для организации подъездных путей. Ксения Смирнова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».